Друзья, всем привет! Приехала долгожданная посылка. Значит, я ее уже распаковал, убрал все лишнее. Вот они, дополнительные мешочки. Был такой вот пакетик. Пупырочка была. Плюс еще сверху дополнительный пакет. Все это я убрал, чтобы времени терять. Заранее все вскрыл. И осталась вот такая вот коробочка, в которой лежит, в общем-то, сам товар. Значит, давайте мы его вытащим. Внутри ничего нет. Убираем в стороночку. Значит, котелок-кружка находится вот в таком чехле. Тоже давайте вскроем его. Посмотрим на сам чехольчик. Вот такой вот чехольчик. Можно затягивать. Убираем в стороночку. И, в общем-то, виновник торжества — это вот такая вот сама кружка-котелок. По размеру можете оценить. Ну, в общем-то, она небольшая. Вот моя ладонь. Помещается на ладони. Вот таким вот образом. И довольно-таки очень хороший товар, о котором я сейчас расскажу. Значит, внешне, почему я заказал данный товар именно вот такого вот формата. Во-первых, это титан. Если кто не знает, что такое титановая посуда, можете погуглить в интернете. Я скажу лишь коротко. Титановая посуда, она отличается тем, что, во-первых, долговечная, во-вторых, она очень легкая. Действительно, можно ее с собой брать, и она почти ничего не весит. В-третьих, она, титановая посуда, особо не нагревается. То есть, если, например, налить в кружку горячий чай, кипяток, то, держась за сами ручки, да, ну, либо даже можно за посуду, вы руки не обожгете. То есть, она не сильно нагревается. Единственный недостаток — это то, что придется дольше готовить или кипятить. Но это и преимущество, и недостаток одновременно. В общем-то, не критично. Сама кружка вешает всего 191 грамм. То есть это указано на сайте продавца. Ссылочка будет под видео. Можете перейти, посмотреть, ознакомиться с товаром там, с ценой актуальной. Значит, конечно, посуда такая не дешевая. Вот, но я нашел именно оптимальную цену, хорошее качество и также хорошего продавца с высоким рейтингом. Я всегда стараюсь покупать только по минимальной цене. И, естественно, чтобы у продавца был высокий рейтинг. Значит, у данной кружечки имеются рукояти. Вот такие вот. То есть ее можно вот так держать. Также имеется, как и положено у котелка, вот такая вот ручка, скажем, за которую можно... за которую будет держаться сам котелок и что-то на костре или на газовой, значит, на газу можете что-то готовить. Вот можно ставить, можно держать, можно повешать. То есть как угодно будет. Значит, здесь имеется, ну, фирменный знак, да, скажем так. Эта кружка, котелок, содержит 1 литр 100 миллилитров, то есть можно 1 литр воды скипятить, ну, чуть больше литра, скажем так. Здесь имеются вот такие вот риски, не знаю, как через камеру, но так хорошо видно. Вот они, риски, 500 миллилитров, 800 миллилитров. Также со внутренней стороны тоже хорошо видны эти риски, не знаю, как на камеру, но здесь вот очень хорошо мне видно, что риски хорошо видны на внутренней стороне. Вот так вот все содержится внутри. Выглядит внутри. Это низ. Ручки складные, раскладные. Ну и все, в общем-то, тут качественно сделано. Качество безупречное. По качеству нет никаких предложений, нет никаких вопросов. Значит, крышечка. Крышечка прилегает очень плотно. Довольно плотно она прилегает. То есть не сильно, как бы она, скажем,
внутри вибрирует, да, то есть довольно плотно. Также у крышечки есть пароотвод, то есть при кипячении воды отсюда будет выходить пар, то есть крышечка не будет постоянно вот так вот дергаться. Также очень хорошо, что у крышечки, у самой, вот эта вот ручка, она, как у некоторых кружек, не опускается сама, да, то есть она вот так вот свободно держится. То есть вы, когда котелок горячий, да, на костре или там на газу, неважно, вы можете чем-нибудь просто вот так вот, значит, ее поддеть и снять. Можно, в принципе, даже вот так вот руками. И вам не придется вот с такого вот положения каждый раз ее дергать. Когда она стоит, если вы ее поставите, да, это будет намного удобнее. Значит, по поводу ручек. Да, они свободно двигаются. То есть они как бы вот так вот конкретно не фиксируются. Если вот вы возьмете вот эти ручки, да, будет как бы нормально держаться все. То есть вот так вот. Вот. Ну, кому-то, может быть, это недостаток, что они вот так вот свободно двигаются. Но для меня это вообще не критично, потому что в полевых условиях нужен функционал. Это хорошая посуда, это все необходимые ручки. Это сама посуда должна быть качественной, долговечной. Ну и так далее, в отличие от посуды с тифоновым покрытием, да, которую можно только там деревянная ложка есть или вот так вот аккуратно есть. Железной желательно вообще с тифоновой посуды не есть, потому что на тифоновой посуде все покрытие будет стираться, и она будет просто алюминиевой посудой, которую просто выкинете, потому что, как известно, с алюминиевой посуды кушать нельзя, это очень вредно. Здесь же титановой посуды можете есть хоть деревянной, хоть металлической ложкой, какой хотите, чем хотите, тем и ешьте. Ничего ей никогда не будет, ничего на ней не будет оставаться, и в общем-то, она, можно сказать, вечная. То есть, пока вы саму кружку или котелок не потеряете, она будет вам, кружка или котелок, такая посуда, в общем, будет служить вам очень и очень долго. Ломаться здесь нечему, поэтому сломать ее будет крайне сложно. Я бы сказал, невозможно, конечно, если вы не собираетесь по ней бегать или играть ею в футбол. Значит, размер кружки. Мы сейчас измерим приблизительно. Высота 10,5 сантиметров, даже нет, 11 сантиметров. Да, 11 сантиметров высота. Ну и если по крышке мерить, то примерно вот так будет, ну почти 12,5. Грубо говоря, 12,5. Таким вот образом эта кружка вот выглядит, как я уже показал, коротко рассказал. В общем-то, ребята много очень продают разной посуды, но вот именно вот такой котелок меня больше всего устроил и по размеру, и по качеству, в общем-то, и по внешнему виду, потому что внешний вид тоже очень важный. Мне нравится, когда, скажем, титановая посуда выглядит не просто вот таким вот стальным цветом, да, а вот именно очень классно, когда вот именно вот такой вот цвет, как вот у этого котелка. Мне очень нравится. Также мне понравился еще один очень классный кружка-котелок. Ссылочку оставлю. Я его не стал заказывать, но очень хотелось его также заказать. У меня был выбор либо этот заказать, либо тот. Я думаю, вам тоже он очень понравится. Оставлю ссылочку под видео. Обязательно посмотрите. И я думаю, если вы тот котелок приобретете, вы не пожалеете. И, кстати, я нашел на Алиэкспрессе всего 2 продавцов. Вот на такой котелок 1 продавца нашел, как ни странно, больше я не нашел. Хотя я на Алиэкспрессе умею искать товар. Ну и, конечно же, на 2 котелок я тоже нашел, как ни странно, всего 1 продавца. На этом я закончу свой обзор. Ваши комментарии мне будет интересно читать. Оставляйте, что вы думаете про данный товар. Ваше мнение высказывайте. Также, кто пользуется титановой посудой, можете рассказать
свой опыт. Мне будет очень интересно почитать, что вы думаете вообще о титановой посуде. Я титановой посудой еще не пользовался, но мне как бы очень понравилось то, что я посмотрел в интернете. То, что титановая посуда имеет определенные качества, про которые я коротко рассказал. И вот благодаря этим качествам я и заказал данный товар. Конечно, он не дешевый. Титановая посуда, она в принципе довольно дорогая. Но я думаю, что денег этих такая посуда стоит. Также мне идет еще титановая кружка, титановая ложка. Как придет тот товар, я, конечно же, сниму обзор и вам расскажу и покажу. Всем удачных походов, хорошей рыбалки. Берите с собой подобную посуду. Я думаю, вы будете довольны. Всем пока!